В этом году инженерной инфраструктуре города будет уделено большое внимание. Об этом аким города Нурумбет Сактаганов сказал во время своего онлайн-отчетного выступления. Как стало известно, сейчас разрабатывается проект объездной дороги, на строительство которой государством будет выделено 80 миллиардов тенге. Помимо этого, на дорогах города появятся камеры «Сергек». Обо всем по порядку в видеоматериале. В ходе онлайн-отчетного выступления акимов Семея и Восточно-Казахстанской области стало известно, что в этом году большие планы по городу Семей будут реализованы в области инженерной инфраструктуры. На ремонт дорог города нынче будет направлено 3 миллиарда 700 миллионов тенге с охватом более 50 километров автомобильных дорог. За счет республиканского бюджета отремонтировано 46 километров автодороги Семей-Кайнар на общую сумму 1,6 миллиардов тенге. В текущем году на ремонт 52 километров предусмотрено 2,1 миллиарда тенге. Завершена реконструкция автодороги от улицы Джангельдина до дороги Омск-Майкепчагай общей протяженностью 2,7 километров. В жилом районе Карагайлы будут построены 6 внутриквартальных проездов. В текущем году будет получена государственная экспертиза на проведение реконструкции автогужевого моста. Кроме того, будет разработана технико-экономическое обоснование на строительство автомобильной дороги обход города Семей. В этом году практически мы завершим автодорогу Семей-Майкапчагай. И это будет закончена эта дорога. И Алматы-Ускемень тоже будет завершена дорога. Кроме того, мы сегодня работаем над проектом объезда города Семей. Он стоит будет 80 миллиардов тенге. Сегодня идет работа над подготовкой проектно-сметной документации, так что эта работа также будет выполнена. В текущем году акимат ожидает получить проект на капитальный ремонт и расширение улицы Усть-Каменогорская в поселке Восточный. Это участок дороги от улицы Чайжунусова до улицы Шестая линия. После нескольких обсуждений в акимате с текущего года в общественном транспорте для отдельных категорий граждан будут предоставлены льготы за проезд. Для инвалидов первой и второй группы, пенсионеров, получающих минимальную пенсию, напомним, ее размер 40 441 тенге, проезд в общественном транспорте обещают сделать бесплатным. Кроме того, впервые на дорогах Семея планируют установить камеры «Сергек», для чего будут выделены 2 миллиарда 900 миллионов тенге. Для обеспечения безопасности жителей и участников дорожного движения в рамках ГЧП планируется внедрить систему фото-видеофиксации и видеоаналитики «Сергек», что позволит установить 616 видеокамер на 68 главных улицах города. Параллельно с дорожным ремонтом активно ведется работа по благоустройству парков, зон отдыха, площадей и тротуаров. В целях открытости бюджета и участия населения в его рассмотрении в текущем году стартовал в пилотном режиме проект «Бюджет народного участия». По информации градоначальника, в рамках данного проекта планируется установить детскую площадку в поселке Холодный Ключ и спортивную площадку в поселке Восход. В целом, учитывая все источники финансирования, на благоустройство города направлено более 4 миллиардов тенге. Сауле Байгалиева, телеканал «Семей».